постучи, двери поросли, снег по лесам, бег да по полям морей. Судьба змея, пожирая хвост, а в глазах полет, а в груди страх, а в душе тоска. Больно и больно, да иначе нельзя. Но только бей, бей, проруха судьба разбуди. Слог рябиновый слог постучи, двери пороски, снег да по лесам, да по полям мои. Я так хочу притаиться на твоем плече, рассказать слово, рассказать и достать лед, охладить лоб, охладить лоб. А тикают и часики, динь-дон, да только стон, звон там за седою горой льется, ладится по траве река по тебе и по мне, а да по нам с тобой, да только свой вопрос, потому что я работаю в паре с Тиной Канделаки. Если я не успею задать свой вопрос, то обязательно она задаст свой вопрос. Итак, хочу спросить вас, как же вам работается вместе? Не тяжело ли вам работать двум девушкам в паре? Единственный дуэт на нашем проекте, кроме ведущих. В принципе, можете не отвечать, это не надо. Молчите. На медленно. Нам круто очень вместе, и мы очень рады, что вот мы так рады, получилось, что познакомились, и мы подружились. Да. Но вы еще не ссорились из-за нарядов. Нет. Вот кто такую юбочку Нет. оденет, кто такую. Нет, у нас все по-любому. Ты просто мерно. Ничего не знаешь. Вот Дарья Мороз, например, начинала как мальчик. Нам просто с Тиной повезло, у нас просто разный размер. Просто, да. Ксения, не все девушки ссорятся из-за нарядов, далеко не все. Танечка, успокойся, ты же понимаешь. Девочки, идите к нам, у нас тут...
весело и тепло, и мы добрые. Девочки, вы хотя бы объясните всем, что вы уже были в своей жизни мальчиком, чтобы все понимали, что женская дружба возможна в том случае, если кто-то уже примерял на себя роль мужчины. Дело в том, что это было, когда мне исполнилось едва-едва 2,5 месяца, поэтому я не очень помню, как это было, но в общем, примеряла, да, мне рассказывали. В общем, меня тоже мама ждала, как не Пелагею, а Спартака, не побоюсь этого слова. Но, слава богу, что я девочка, а то бы еще бы имя было сложнее. Вот так вот, милая моя, учись. Настоящие девочки всегда в душе деликатны, как мужчины. Идите к Татьяне Лазаревой. Идем. Там вам нальют, девчонки. Удачи вам, девчонки. Короче, рассказываю. Так. Значит, Харатьян плакал. Дмитрий, пойдите к нам. Гришаева тоже чуть было не зарыдала. Песня называется «Ольга», но, по-моему, про Дарью песня. Дарьи, Дарьи, Дарьи. Спасибо огромное, что, во-первых, эту песню взяли Гарика Сукачева, нашего любимого друга. Мы с Дашей имели счастье сниматься у этого не только музыканта, но и замечательного кинорежиссера. Да. Сегодня, да, Гарик, привет тебе. Посвящается. Да? Спасибо тебе за твою творчество, особенно за эту песню. За Ольгу, которая на самом деле Дарья и Пелагея. Ну что, вы довольны наконец-то сегодня? Ну мы, мне кажется, ну, невозможно же быть окончательно довольным собой. Поэтому... У меня так, по-моему, руки немножечко трясутся. Да, немного нервных тиков мы заработали за эти несколько дней. Да ладно, вам еще их сколько в жизни зарабатывать? Конечно, у нас все впереди. Но я не знаю, я думаю, что нам очень не терпится, да, выслушать все-таки мнение, да, авторитетного жюри. Давайте начнем с Николаева. Традиция хорошая. Вы для меня сегодня неприкасаемы. Абсолютно. Абсолютно твердые 10 баллов. Спасибо. 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 Спасибо вам. Боже, после столь высокой оценки, наверное, так сложно быть менее комплиментарным. Но, может быть, кто-нибудь попробует? Кто не хочет ставить 10 баллов, пусть проголосует тот первым. Нет таких. Нет, нет таких. Есть Игорь Яковлевич крутой, который потянулся к микрофону. Ты что, сидишь у него в голове? Я хочу 9 поставить. Почему? Ну, мне показалось, все равно музыкальное интонирование нельзя не обращать внимания. Не все вместе там было. И ансамблевое пение было... Знаете, как дирижер снимает оркестр, а потом контрабасист доигрывает, ду-ду-ду-ду, говорит, фу, еле успел. Мы, короче... Вот... Но при всем том, что это было в характере, это было в образе, но вот музыкальное, они могут исполнять лучше и чище. Ну, мы будем стараться. Мы будем стараться. Обид, девчонки, абсолютно. Без спасибо обид. Большое. Нет, что? Нет, с обидами, вот так, не надо. Вы, может, и без обид, а мы с обидами. А он давайте у нас, сейчас... У нас он Гришаева заплакала. Смотрите, что, не плакала всю песню, а тут вон заплакала. Да мы здесь, Даша, сейчас заплачем. Пелагея, это Андрей Малахов. Добрый вечер. Вы пели замечательно. 10 баллов. Молодцы. Спасибо. Ай, молодец. Игорь Матвиенко. Хотел бы сказать, что эта песня, она вообще, когда она звучит, под нее все плачут. Это такая песня. Кто бы ее не спел, все сразу начинают плакать. Не знаю. Мне кажется, если бы Малахов спел, все равно бы никто не заплакал. Еще, да, рыдал бы весь зал вообще. Отвечаю вам. Но, знаете, поэтому это не критерий в данном случае. Но то количество интервалов, которые девушки исполнили опять, может быть, это вот их такая фишка для этой программы, это, конечно, очень похвально, поэтому 10 баллов. Спасибо! Спасибо! Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо огромное, спасибо, и за критику, и за, да, оценки. Спасибо мы большое. Мы будем все учить вам. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, девчонки, у вас 39 баллов.